Сопротивляемость бактерий к антибиотикам – угроза национальной безопасности. Сегодня в Якутске прошла третья республиканская научно-практическая конференция «Проблемы антибиотикорезистентности». На ней с докладами выступили представители крупнейших федеральных научных и исследовательских медицинских институтов. Слушателями стали бактериологи, микробиологи, терапевты, лаборанты, эпидемиологи, инфекционисты и врачи общей практики региона. Было отмечено, что проблема резистентности бактерий стоит очень остро во всем мире. Даже современные разработки в области фармакологии эффективны максимум на протяжении десятилетия. И для продления этого срока необходимо правильное назначение лекарств со стороны медперсонала и, что немаловажно, верное применение препаратов со стороны пациентов. Потому что на самом деле антибиотики – это препарат, который должен назначать врач. Не фармацевт, не пациент самостоятельно, а врач. Это сложные достаточно антимикробные препараты, и без рецепта врача они вообще по закону даже выпускаться не должны. Население самостоятельно прекращает использование препарата. Оно использует препараты не всегда правильно. Режимы дозирования человек не может подобрать правильно и так далее. Назначение антибиотиков в себе – это важнейшая проблема, которую нужно бороться, которую нужно решать. Человек не должен сам себе назначать антибиотик.